Всем доброго утра. Сегодня понедельник, 20 декабря. Совсем скоро Новый год, практически через 10 дней. Мы все еще никак не готовы. Сегодня детишек отвели в садик, в школу. Они так не хотели просыпаться. Они так говорили: я хочу спать, я не хочу никуда вставать, не хочу никуда идти. Но осталось совсем чуть-чуть. Походят и будут с каникулы. А у нас на улице снегопад. Надеюсь, вам видно, как идет снег. Походу, решила выпустить месячная норма осадков. Такая вот красота. Наконец-то зима! Наконец-то. Вот такой прекрасный завтрак у меня сегодня. Приятного аппетита. У нас сегодня вот такой обед. Брокколи и рыбка. Тут салатик, мужу брокколи, макароны и рыбка. А Василиса кушает мясо, макароны и огурчик. Приятного нам аппетита. Дети решили сами начать собирать елку. Но пока это вот так происходит. Вроде как у них получается. Нет, получается. Мама, я уже верхушку нашла. Классно. Вот такой у меня сегодня ужин. Брокколи осталось с обеда. И сделала два бутербродика с рыбой и чай. Приятного мне аппетита. Дети такие молодцы. Сами полностью нарядили елку. Все развесили. Папа только помогал повесить гирлянду. Какая прелесть. У меня клевая новость. Муж мастер на все руки. Наладил кольцевую лампу. Там просто отошли проводки, он их припаял, вот тут закрыл как-то контакты. И теперь, вуаля, все работает, несколько режимов, как и было. Ничего нигде не замыкает, можно прибавлять, убавлять. А я уже хотела покупать новую лампу. А муж золотыми руками все наладил. Также работают все цветные режимы. Ну просто красота. Безумно рада. Какое он у меня золотко. Новости мозаики. Доделала сегодня этот ряд. Начала делать вот тут вот. Красиво? Сегодня был какой-то день тюлень. Я вообще ничего не делала. Я лежала, отдыхала. Ну, только делала домашние дела, готовила кушать. Я даже не выходила из дома. В общем, сегодня был день безделия. Надо на завтра какие-нибудь планы построить. Надо завтра сходить купить подарки тем, кому я еще не купила. Короче, завтра займусь этим. Вот такие планы. Спасибо всем, кто сегодня был со мной. Спасибо за то, что ставите лайки. Спасибо за то, что пишете комментарии. Всех обнимаю, всех целую. Пока-пока.